30 и 31 января в спортивной детско-юношеской школе Олимпийского резерва номер 5 прошли чемпионаты первенства Омской области по палеатлону. В соревнованиях, проводимых при поддержке Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области и Федерации палеатлона, приняли участие более 120 сильнейших спортсменов в составе команды города Омска, муниципальных районов области. Чемпионат этот у нас проводится ежегодно, уже несколько лет, как раз перед чемпионатом России и мира и перед праздником севера наших областных. Участники здесь и мастера спорта, и кандидат мастера перворазрядники, и также есть новички. Зимнее троеборье – это стрельба из пневматической винтовки, силовая гимнастика. Мужчины подтягиваются на перекладине, а женщины выполняют сгибание-разгибание рук в упоре лежа. И лыжные гонки. Как правило, мужчины бегут 10, а женщины 5 километров свободным стилем. Стрельба, силовая гимнастика и лыжные гонки, они как бы не очень подходят друг другу, так как в стрельбе нужно спокойствие, уверенность в себе. А в силовой гимнастике нужна сила, которая может очень сильно помешать при стрельбе. Ну и лыжи, потому что я занимаюсь ими уже относительно давно. Победителями чемпионата Омской области стали среди мужчин Григорий Мелехов из Омского района, а среди женщин Мария Жилкина из Омского государственного аграрного университета. В зачет первенства вошли лучшие результаты спортсменов Сергея Чернакова из Саргатского района, Ильи Рубцова из Омского, Олеси Волкова из Тюкалинского района и Полины Ващенко. Победители и призеры соревнований в личных видах программы были награждены медалями и дипломами Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.